начали свое выступление с композиции «Question to the Death», которая является заглавным на нашем альбоме «Bodero Mr. Times», выпущенной фирмой «Союз». Эту кассету, кто еще есть прайс, можно приобрести в красном.
сценку, композиция будет немножко более современных ритмов. Вообще, когда мы ее сочиняли, в общем-то, нам хотелось быть что-то на вроде пермского варианта группы Fear Factory. Знаете такую команду? Как она вам? Отлично, отлично. Сейчас опять геморрой ловит с барабанами, мы продолжим. Понеслась!
Спасибо. Ну как, ребята? Как агрессивная тяжелая музыка? Это, конечно, для восприятия очень тяжело. Нужно быть крутым железным парнем, чтобы рубить такую музыку. Это напряг. Я слышал у вас в Кирове самая популярная песня «Ветер в жопу дул, ветер в жопу дул, нагонял беду». Не правда ли, а? Или что-то потяжелее? Ну как? Готовы послушать дальше? Ну теперь поехали! Итак, Гренуар! Следующей вещью мы хотели бы вернуться к трэшевым корням. Как вы относитесь к трэш-музыке?
Мы так, например, замечательные. Надеемся, что вы тоже. Песня так и называется «Секрет Сталина». Секрет Сталина.